Добрый день. Приветствую, странник. Я не слишком удивлен твоему появлению. Здесь появлялось много искателей приключений с тех пор, как начались неприятности. Не сомневаюсь, тебе известно о трагедии, которая произошла в Тристраме. Говорят, что Дьябло, повелитель ужаса, снова пришел в мир. Не знаю, верить мне в это или нет, но темный странник прошел этим путем несколько недель назад. Он направился на восток горам, пройдя путем, который охранялся монастырем бродяг. Может, это и ничего не значит, но зло оставило след там, где он прошел. Спустя небольшое время после его прохода монастырские ворота закрылись, и странные существа начали появляться в стране. До тех пор, пока за пределами лагеря не станет безопасней, и ворота снова не откроются, я буду оставаться здесь со своим караваном. Я надеюсь, что доберусь до Лут-Галейна, прежде чем тень из Тристрама поглотит нас всех.
Если вы будете живы и будете здесь, я могу взять вас с собой. Советую поговорить с Акарой. Похоже, что она руководит этим лагерем. Может, она скажет вам больше. Приветствую. Я Акара, высшая жрица сестринского ордена Невидящего Ока. Я вижу, что ты человек издалека, и приветствую тебя в нашем лагере, хотя боюсь, что эти хрупкие стены — ненадежное убежище. Видишь ли, странное проклятие постигло наш сестринский орден. Могучая цитадель, в которой мы долгие столетия охраняли покой Востока, теперь осквернена злобной демоницей по имени Андриэль. В душе я все еще не верю в это. Но она повернула души многих наших сестер, бродяг против нас, и заставила нас покинуть обитель Ордена. Теперь последние защитницы сестринства убиты или скитаются в запустении. Я молю тебя, помоги нам. Найди способ снять это проклятие, и мы поклонимся тебе и вечно будем хранить тебе верность. Логово великого зла обосновалось на пустоши. Бродяги-разведчики Касси сообщили мне, что пещера невдалеке кишит созданиями из тени и могильными ужасами. Боюсь, что создания эти собираются, чтобы напасть на наш лагерь. Если ты действительно хочешь помочь нам, найди темный лабиринт и уничтожь злобных монстров. Да пребудет с тобой великое око! Ну-ну, я никогда не ожидала увидеть амазонок в этих краях. Ты очень храбра, если решила прийти сюда. Многие из моих сестер пали жертвами темных заклинаний. И если ты неосторожна, с тобой может случиться то же самое. Я должна освободить эту землю от теней.
Я не могу. Я не могу нести больше. Я чую здесь мерзких созданий.
Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена.
невозможно. Я не могу нести больше. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Thank you.
Возможно, сестры теперь будут доверять мне. Логово зла очищено. Ты обретаешь мое доверие и, возможно, возрождаешь мою веру в людей. В награду мы наставим тебя в любом умении по твоему выбору. Добрый день. Мои бродяги-разведчики доложили, что монастырское кладбище беспокойно. Очевидно, Андериэль забирает у нас не только нашу жизнь. Кровавый ворон, одна из лучших наших командиров в битве против дьявола под Тристрамом, также одна из первых была захвачена. Теперь она на монастырском кладбище поднимает зомби. Мы не можем снести такое кощунство. Если ты на самом деле друг нам, помоги нам уничтожить ее.